Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namonam. By the causeless mercy of Sri Guru and Gauranga, now we have come, yes, Harikatha, then Mahaprasad. Harikatha, then Mahaprasad. By the causeless mercy of Sri Guru and Gauranga, now we have come to the supremely pure transcendental holy place, Sringavat. По беспричинной милости Шри Гуру и Гуранги вы прибыли в это чрезвычайно чистое, безупречно чистое трансцендентное место, которое называется Шрингарбат. So, just as Sri Advaita Acharya, many years before the appearance of Chaitanya Mahaprabhu, he came to Brajamandal and he used to stay at the place called Advaita Vat. Еще задолго до явления Шри Чайтанья Махапрабху в этот мир, Адвайта Ачарья навещал Вриндаван и обычно останавливался погостить у того места, которое сейчас называется Адвайта Ват. Наш Шри Чайтанья Махапрабху, когда он прибыл во Вриндаван, он совершал баджану на том месте, которое называется Имлитала, под тамариндовым деревом. When Nityananda Prabhu came to Brajmandal, he was staying here and doing bhajan here for some days. Это баджан, это место баджан стали Шри Нитянанды Прабху, когда он навещал Вриндаван, он останавливался тут. When Nityananda Prabhu was a boy, his name was Kuver Bandopadhyay. В детстве Нитянанда Прабху звали Кувер Банди Упадьяй. And one sannyasi came and stayed in his father's house. Однажды один странствующий монах саньяси прибыл в дом отца Нитянанды Прабху, остановился там погостить на пару дней. When he was leaving, his father said, I want to give you some dakshina. И когда этот садху готовился покинуть дом, родители Нитянанды Прабху, папа Нитянанды Прабху сказал, я хочу дать вам что-то, дакшину. That sannyasi said, no, I don't. Я хочу вам подарить что-нибудь. Саньяси отказывался, говорил, мне ничего не нужно. Но отец Нитянанды Прабху, Хадай Пандит, он настаивал, говорит, нет, я хочу вам что-то дать, пожалуйста, выразите какое-то пожелание. Саньяси сказал, но если ты действительно хочешь мне так сильно что-то дать, отдай мне своего сына Кувера. Так как... Where is this life console? И Хадай Пандит вообще даже не думал, не гадал, что саньяси может попросить о таком, когда он предлагал дакшину. Он растерялся, но он уже дал обещание дать дакшину. But he had given his word. Так как он дал свое слово. So then that sannyasi left with a young boy, Kuver, and he... now have the had the brahmachari name Nityananda. И саньяси тогда забрал с собой маленького Кувера, и теперь его он уже подрос, его звали Нитянанда, ему у него было имя брахмачари. Our Nitai, he left Ekachakra and Hadai Bandit for months and months he was unconscious in the pain of separation. И таким образом саньяси забрал маленького Кувера из Акачакры, оставив его родителей, отца в безудержном горе. То есть отец месяцы и месяцы напролет рыдал, не находил себе места в разлуке с сыном. So Nitai traveled then, visiting holy places for about 20 years, all the holy places around India. Но вот это знакомство с этим саньяси предоставило возможность Нитянанде Прабху странствовать по всей Индии, посещая все знаменитые святые места Бхарадварши. И он был постоянно погружен в состояние Баларама Прабху, потому что Нитянанда Прабху — это инкарнация Баладева, брата, старшего брата Кришны. Balai had not yet met with Kanhai. Но в этой ипостаси, проявившись в этих горы-лилах, еще не состоялась встреча между Канаем и Банаем, между Кришной и Баларамом. And when Nitai came here to Vrindavan, he was overwhelmed with separation, called Kanhai. Where is my Kanhai? Where is my brother Kanhai?
И оказавшись во Вриндаване, Нитянанда Прабху пребывал в постоянном расстроенных чувствах. Он повсюду искал своего брата Кришну, не мог его нигде найти. И в то время это везде тут были джунгли. Он пришел в этот лес, расположенный на берегу Ямуны. Со слезами на глазах он прижимался ко всем коровам и расспрашивал их: «Вы видели моего брата Канаю?» Снова и снова он терял сознание от переизбытка чувств. И вдруг он услышал небесный голос Акашвани. And the voice said, Your Kanaya is not in Vrindavan now. He is waiting for you in Navadvip Dham. Этот голос провозгласил: Твой Канай уже не во Вриндаване, он тебя ожидает в Навадвип Даме. And then being inspired, Nityananda Prabhu came into external consciousness and from here he set out and he went to Navadvip Dham and you know, he went to the House of Nandana Acharya, that place. You have been on Navadvip Dham. И взбодрённый, обнадёженный этим голосом, Нитянанда Прабху с энтузиазмом собрался в путь и направился в Навадвип Даму. И, как вы знаете, там он прибыл первым делом в дом Нандананда Ачарьи. Balai met with Kanai for the first time. И там же и произошла вот эта удивительная встреча Балая и Каная в их ипостасях Нитянанды Прабху и Шри Чайтани Махапрабху. So this is a place of the Nityananda Prabhu's intense feelings of separation from Krishna. И вот это место, на котором Шри Нитянанда Прабху испытывал неописуемо сильные чувства разлуки со Шри Кришной. So this place is called Sringarvat. Это место называется Шрингарват. Ват means banyan tree. Ват – это баняновое дерево. So there was a big banyan tree here. There's some remains are preserved there, and in its place another one is growing. Издревле тут росло огромнейшее баняновое дерево, и от него осталось чуть-чуть, немножко там, которое сохранили, и на его месте уже растет другое дерево. But once Krishna came here with his friends. Однажды Кришна пришел к этому баняновому дереву со своими. And they decorated Krishna very beautifully with flowers and with the sandalwood paste. Мальчики ухаживали за Кришной, они расписали его, умастили сандаловую пасту на его теле, so for those они украсили его цветами. For those are in Sakiras, the friendship mood of coward boys with Krishna, they remember this place as a place where the coward boys decorate Krishna. Эти вайшнавы, которые развивают, культивируют в себе Сакья Бхаву, то есть Сакья Расу, чувство дружеской любви к Кришне, когда они приходят к этому месту, это те лилы, на которые они медитируют и которые вдохновляют в их самбанде. But for those who are in Madhurasa and who are following, who are Rupa Nuga, following the internal moods of Srila Rupa Goswami. Но те вайшнавы, которые являются последователями Рупа Госвами, Рупа Нуга, культивируют Мадхури Расу, they realize, то, находясь на этом месте, они осознают иные лилы. How this place is described in Srimad Bhagavatam in Rasa Panchadhyayi. Эти вайшнавы медитируют на это место в том ракурсе, в котором оно описано в Шримад Бхагаватам, в главах, описывающих Раса Лилу, Раса Панчадхяй. Now, what was the day of the Rasa Panchadhyayi, of the Rasa Lila? В какой день состоялась Раса Лила? Today. Сегодня. Today. Right now, here, though you may not be able to see it, but by the mercy of Gaura Nithai, if you chant, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, then, or you may be able to see the Leela which is going on right here beneath this tree tonight. Если вы будете искренне повторять святые имена и получите милость Шри Чайтанья Махапрабху и Нитянанда, может вам посчастливиться увидеть ту лилу, которая произойдет тут под этим деревом где-то через 5 минут. You see, when Rasa Lila began, когда начался танец Раса, Ятхабака Сва Пратибимба Вибрама, Кришна manifested many forms and was dancing with each and every gopi. Там собрались множество пастушек Вриндавана, и Кришна проявил себя в многочисленных экспансиях, чтобы танцевать с каждой из этих девушек. But what happened? Что произошло? Тасам татсо багамадхам
Викшаманам Чакешава Прасамана Прасадая Татрайва Антидията. Тасам. Among those gopis, some of them, they got Sobhagamada, that means intoxicated with their great fortune. Viksha and Krishna saw how they were intoxicated with their great fortune. Viksha manam chakeshava and Krishna saw that one gopi, she did not have Sobhagamada, the intoxication of her good fortune, she was going in ma. Sulky mood. Что среди всех этих присутствующих девушек одна не испытывала ощущения своей благой удачи, а наоборот, она очень сильно обиделась и разозлилась на него, вошла в сильное состояние мана. So Sobhagamada means the all the gopis except for Radhika, they were feeling pride. То есть все гопи, за исключением Радхики, они испытывали чувство гордости. They had garva. The abhiman, that is the pride. То есть они испытали чувство гарвы, гордость. But this garva is one sanchari bhav, one rasa samagri, ingredient of love. Но гарва является вот это ощущение гордости, это одна сачри бхава, то есть ингредиент расы. Abhiman, abhiman, the pride can be of two types. Потому что abhiman, гордость может проявляться двумя образами. One type of abhiman is centered on yourself. Такая эгоистичная гордость, гордость собой. And the other type of abhiman is based on seva, service. Второй вид гордости, он основан на служении, на севе. So if you think I am so beautiful, если вы считаете себя очень красивым, then this abhiman is pride. It is based on yourself. Это гордыня, вы просто гордитесь собой. But why were gopis having Sobhagamada intoxication with pride? Почему гопи отмелели от благой удачи и испытали вот это чувство гордости? Because each gopi thought, oh, my whole life I was very much in love with Krishna, and finally now for the first time I came to meet with him, and out of all the millions of gopis here, he's accepting my seva. Почему каждая девушка думала, я всю с раннего детства была влюблена в Кришну, и вот наконец-то состоялась эта удивительная встреча, а нас, девушек, тут влюбленных в Кришну, так много, тысячи и тысячи, и среди всех них он избрал меня, чтобы танцевать со мной. So abhiman was not about themselves, but it was, they felt pride that, oh, Krishna's accepting my seva. То есть они гордились не собой, а их просто так сильно радовало. И гордость была основана в том, что они обрадовались, что Кришна принял ее служение. So, when the garva is there, то когда появляется гарва, then in the heart there is a spurti, only the vision of the beauty of Krishna. Когда появляется вот это состояние санчари бхава гарвы, то в сердце виден только Кришна. And you don't pay attention to anyone else. То есть уже никого и ничего гопи не замечает, кроме Кришны. Nothing else is in the heart. Видит только Кришну в сердце. But when man is there, но когда проявляется ман, then in the heart one sees Krishna and whoever Krishna is dancing with. То в сердце уже видели also. Кришну и все те, с которыми он танцует. So Radhika does not mind if Krishna will dance with her sakis. Радика не расстраивается, когда Кришна танцует с ее подругами. She likes it. That is a rasa pushti, nourishes the rasa. Ей наоборот это очень нравится. Она хочет, чтобы Кришна танцевал с ее сакхи. If Krishna will dance with the sakis or Surit Paksha in the group of her friend, like Shyamala. И даже если Кришна танцует с дружелюбной группировкой, которую возглавляет Шлямала, Радика тоже за. But if Krishna will dance with the Chandravali and her sakis, who are Vipaksha, her rivals, then Radhika is not pleased with this. Why? Because if you work very hard to make a very delicious the kheer, но представьте себе, вы трудитесь, вы собрали все самые эксклюзивные ингредиенты, готовите сладкий рис. And you give to your beloved. По лучшему рецепту. Этим сладким рисом хотите своего возлюбленного накормить. But instead of tasting the fresh and new and delicious things, he finds some old
sour yogurt and takes that instead. Then you become angry. Why? He's not really. How can he relish this? Not for yourself. Оставили свечи и налили в тарелочку этот сладкий кир, и вместо того, чтобы кушать этот сладкий кир, он полез в холодильник, нашел, что там сгнившее, пролежавшееся, и начинает это кушать. Это обижает, это расстраивает, ты хочешь угодить лучшим образом, а он выбирает что-то худшее. Mito bhavasya vaidyate, because the bhav of Radhika and Chandravali, they are vijatiya, they're different, so they don't have taste in each other's expression of love. Радика и Чандравали друг друга не понимают. Их любовь настолько разная, что они просто не ценят друг друга из их севы. So all gopis were only seeing Krishna in their heart, outwardly and inwardly, and they were had sobhagamada. But Radhika was seeing Krishna dancing with all the anti-parties, and she became in mind. Все гопи отмелели от собственной благой удачи, повсюду видели только одного Кришны, в сердце и извне. А Радика So Radhika's eyebrow, which is very curved like this, went down. Обычно по природе изогнутые брови Радики они так опустились, насупилась. And seeing Radhika's frown appearing, Krishna trembled. Как только Кришна увидел, как Радика хмурит брови, он задрожал от страха. All of these millions of forms disappeared. Все эти миллионы форм его исчезли мгновенно. And see Krishna in one form took Radhika away. No one saw how Krishna and Radharani disappeared from the world. And where did Krishna bring Radhika? Here to this place. They enjoyed very sweet pastimes in the Nikonjas here. So after Pujari has done puja, then he will have to clean all the paraphernalia. So after Krishna has done the puja of Kamdev, then it will be offense if you will not tidy up all the paraphernalia in that puja, Radhika. So now Krishna is very humble and he is relishing the service of Radhika. And Simati Radhika is Swadina Bhataka Kanta. That means the heroine who is completely controlling her beloved. Радика испытывает состояние Свадин Патрики. Она как героиня, которая полностью контролирует своей любовью своего возлюбленного. Oh, Krishna, decorate my hair with flowers. Кришна, укрась мои волосы цветами. Krishna picks some flowers and comes back. Кришна пошел, собирает цветы, приходит с этими цветами обратно. But these flowers are not good. I can see they have been tasted by a bumblebee. Bring the flowers which have not been tasted by a bumblebee. Радика начинает капризничать. So Krishna is going and reaching up and picking flowers to decorate the hair of Radhika. Kuru Yagunandana Chandana Shishira Tena Karena Ayodare Mrigamad Patra Kamata Manobava Mangala Kalasha Sohodare Nijagarasa Yadunandane Kridati Ritaya Nandane Krishna, with your hands which are more cool than sandalwood paste, you should paint with musk, mango leaves on the kalash of my chest. Why? Because if after their loving pastimes, Radhika will decorate herself or any sakis will decorate her. Радика не хочет восстанавливать свой макияж после встречи с Кришной сама. Она не хочет что-то делать или просить о помощи своих служанок или подруг.
then she'll lose the oneness that she feels with Krishna in that moment. Потому что во время встречи, союза с Кришной, она оказалась в этом состоянии полного единства. Она боится потерять это состояние, хочется пребывать в этом. Radhika is Krishna Mayi. That means she sees Krishna inside and out everywhere. Radhika зовут Кришна Майи. Она снаружи, она внутри и извне, повсюду видит только Кришну. But before Rasa Lila, many days she was begging, "Oh, I have Krishna Mayata, but I want to attain Krishnata." И много за долгое Раса Лила, она все помолилась о возможности. Она говорит, у меня уже есть Кришна Майя, но я хочу обрести Кришнату. So her bhav is, my decoration should not be different from you. Krishna, you are Shyam Sundar. You should melt and become the kasturi decorations on my heart. Радхике хочется слиться с Кришной. Она говорит, не хочу никакой косметики, ничего чужого, другого. Я хочу, чтобы ты растаял и стал косметикой на моем теле. Oh, dark Shama Sundar, you should melt and become the kajal on my eyes. Ты растай и стань подводкой на моих глазах. So in this way, in this place, see, Krishna was doing this ringa, making all the decorations on Swadina Bhatika Kanta Shrimati Radhika. И на этом самом месте Кришна вот так ухаживал за своей госпожой Шримати Радикой, которая проявляла вот это настроение Свадина Бхатрики и командовала им с любовью, и он исполнял любой ее каприз и восстанавливал ее макияж. When see, Krishna was decorating Radhika's hair, she was looking in a mirror, but she was not looking at herself. She's seeing Krishna behind and looking how sweet he is when he's very carefully decorated. Когда Krishna приступил к ее прическе, стал расчесывать ее волосы, Радика держала перед лицом зеркало, но она смотрела не на себя, а любовалась Кришной. So, in this place, Krishna became in some anxiety after some time. Через некоторое время Радика и Кришна провели некоторое время тут, но Кришна стал испытывать беспокойство. He thought, "Wow, I can hear in the distance some gopis are coming." Он предвидел, что очень скоро уже их найдут там другие гопи. He said to Radhika, "We should go and see some other place." But Radhika was thinking, "I don't want to go anywhere. I should stay because then my sakis will come." Радика думала, не хочу я никуда отсюда уходить, потому что лучше я выжду, когда придут мои подруги сюда. It was not my idea to leave my sakis. Krishna took me away. Я не собиралась расставаться с подругами. Кришна силой утащил меня с Расалилы. I want my sakis to participate in our beautiful pastime. Я скучаю по своим саки, по своим подругам. Мне бы хотелось, чтобы они тоже приняли участие в наших сладких лилах. So Radhika said, "Na parayam chalitam. I am unable to walk." Радика сказала, устала, я не могу сдвинуться с места. If you want to go somewhere, you have to carry me. Если ты хочешь пойти посмотреть лес, тебе придется нести меня на руках. So then Krishna, he was thinking, "Oh, now it's a very critical moment." Кришна уже был в сильном беспокойстве, он думал, вот сейчас они нагрянут сюда. Because by my cleverness, Кришна думал, by my chaturya, my cunning, своей хитростью и смекалкой, I wanted to have the Rasa Mala. Я хотел создать Rasa Malu. The garland of Rasa Lila. Гирлянду Rasa Lila. That all gopis together should dance together in a circle. Я хотел создать такую возможность, чтобы все гопи танцевали одновременно в одном кругу. But if Chandra, now some gopis are coming. If Chandravi will come and see that I'm alone with Radhika, then there will be too much rivalry between them, and Chandravi will be in a huff and she will go home, and then I won't be able to manifest my chaturya, my cunning of performing this dance with all the groups of gopis simultaneously. Что все гопи собрались вместе, и мы танцевали в одном кругу, как мало, как гирлянда одна. Но сейчас среди вас эти гопи, которые я слышу, приближаются к этой коже, окажутся Чандравали, увидев меня наедине с Радикой, она разгневается, потому что они конкурируют за мою любовь, и все порвут мне эту малу, и будет у меня Расалила. And, oh, if Radharani's own sakis are coming, а если подруги Радарани придут, and they see me with her, then they'll be upset with her that, "Oh, we made all the arrangements for you to meet with Krishna, and then you abandoned us." Если враги Радики придут, будет плохо. Если придут ее подруги, то тоже будет плохо, потому что они обидятся на нее за то, что они так ей помогали устроить встречу со мной и готовились к этой Расалиле, а она их просто бросила и ушла с ним наедине. So whether it's
Swapaks, Radhika's own group, or whether it's Vipaks, any other group, whoever it is coming. But it will spoil my plan. Все порядки выглядели очень плохо. Я Кришна думал, Свапакша, Випакша, все равно достанется и не будет. So it's better. I should just quickly disappear. Лучше отсюда быстро скрыться. Radhika will be thrown in the fire of separation, and when they come, they'll all feel sympathy for her, so they'll all be together in one group. Сам быстро просчитал все варианты и подумал, лучший способ сейчас просто покинуть Радику, она тут же будет в таком чувством, таких сильных чувствах разлуки, она упадет в обморок, ее найдут в этом состоянии, все будут ей сопереживать, никто не будет ревновать, не злиться. So, see Krishna, he went a little way with Radhika and then he volunteered to carry her, but then he disappeared. И вот так Радика сказала, если хочешь идти дальше, неси меня. И вот так какую-то дистанцию прошел, поддерживая ее, и вдруг внезапно скрылся. The speciality of this place особенность этого места is that in the Raslila, gopis felt so Bhagamada, pride, and Radhika felt man. But in this place, now Radhika feels so Bhagamada, very, very proud that Krishna is accepting my seva. And in the meantime, the gopis who were looking for Krishna, they saw the feet of Krishna's footprints with another gopi, and they are in man. So before this group was in man, and Radhika, this group was in Sobhagamada, Radhika was in man. Now it became here in Sringavati, the other way around. Radhika has Sobhagamada, and the gopis who are looking for Krishna, they have man, because they saw another gopi's feet, footprints. Уникальность этого места заключается, что во время Расалилы все гопи испытывали Собхагамаду, то есть осмелели от собственной удачи, того, что Кришна танцует с ними, а Радика испытывала обиду и гнев на Кришну, ревность, ман. А тут произошло все наоборот. Сейчас Радика тут вся уже сидела такая довольная, испытывая Сувагамаду от того, что она была наедине с Кришной так долго. Ради нее она оставила всех гопи. А все остальные гопи, которые разыскивали Кришну в рощах Вриндавана, они все были в мане, потому что они шли по следам Кришны и вдруг увидели, что рядом с отпечатком его стоп там следы какой-то девушки, и все разобиделись тут же. So this place has been described in Srimad Bhagavatam. Это место описано в Шримад Бхагаватам. When the Braj Gopis were following Krishna's footprints. Когда Браджа Гопи шли следом шли по следам Кришны. Then because this is the place where Radhika wanted a very particular kind of flower, Krishna had to stand on his tiptoes to pick that flower to do her sringar. So when gopis were looking, they saw Krishna's footprints, only his toes in the ground. And then they knew, this lusty boy, he must have been standing on the toes to reach up to get flowers to decorate his beloved here. So Sringarvati is described in this verse of Srimad Bhagavatam. И гопи увидели глубокие отпечатки лишь только пальцев и подушечек стоп Кришны, догадались, он испытывал такую страсть к ней, что уже готов был там что угодно для нее делать, куда-то лез на самое дерево, чтобы ей что-то достать. So, see, Shukadev Goswami said, Bharavana Pitara Tri Shadat Phula Malika Viksharanta Manasakrei Yoga Mayam Upasrita. Here, Yoga Maya means that Shakti, Maya, that Shakti, through whom Sri Krishna experiences the deepest yoga union. So one meaning is, in this Rasalila, Krishna, Yoga Maya Mupasrita, took complete shelter of Radhika. He's personally serving her here. And Radhika is Krishna's Ladini Shakti, pleasure potency. So when Sri Krishna serves Radhika, his pleasure potency, Sri Krishna experiences the greatest happiness. Oh,
Both the people of the world are worshipping Krishna to experience his spiritual happiness. But here, Sri Krishna is worshipping Shrimati Radhika to experience spiritual happiness. В мире служат Кришне, чтобы испытать вот эту ананду, духовное блаженство, а Кришна служит Радхике, чтобы испытать свое духовное блаженство. So this is called Sringarbhat. И это место называется Шрингарбат. Си Раса Пурнима ки Си Нитянанда Прабху ки Си Сингабат ки Си Браджмандал Брахма ки So all devotees, you can give your pranam here. Leave pranami for the service of Gaur Nithai. Все преданные, предлагайте в каждом месте, куда мы приходим, кланяйтесь этому месту, оставляйте пранами какую-то денежку обязательно. In all the temples, everywhere we go, please leave some pranami for the support of all the temples. And on a prasadam, and you can go here also and have the darshan. There's a beautiful painting here of Sri Krishna decorating the hair of Radhika. Сейчас оставьте пранами. Не обязательно много, я вам заменяю десяток завтра, постараюсь. Просто оставляйте везде какую-то денежку, кланяйтесь, поддерживайте все храмы, потом вас угостят Махапрасадом, а затем вы пройдете к тому зданию, там очень красивая картина, где Кришна расчесывает волосы Радхики, и она смотрит на него в зеркало. So, Vikshamanam cha Keshava. In Bhagavatam, Krishna is called Keshava. Bhagavatam называет Кришну Кешава. Who, that Keshava is a name for Krishna. Don't think it means the killer of Keshi. This is one meaning. Одно из значений имени Кешава – тот, кто убил демона Кеши, про которого мы слышали сегодня у Ямуны. The deep meaning is who decorates the Kesh of Radhika is called Keshava. Но на санскрите Кеш означает волосы, поэтому сокровенное значение имени Кешава – это тот, кто расчесывает волосы Радхики. And the deeper meaning. The deeper meaning is that in Radha Krishna's loving pastimes, Radhika was playing the role of Krishna, so Krishna tied Radhika's hair in a knot on the top like a cowherd boy. So then afterwards Radhika was embarrassed and said, now fix my hair and make it like a girl again. And so because Krishna was changing Radhika's hairstyle from his hairstyle to back to her hairstyle, so his name is Keshava. And that pastime, you can see, have darshan of that pastime going on over there in that kunja. Good!